Так. Погнали. Сюда. Делать второстепенное задание. Как бы нам спуститься? Блять. Блять, да почему? Почему я выжил, во-первых? Почему меня напали, во-вторых? Он еще сидит. Это полицейский, похуй на него. А, так, блять, я на полицейских и напал, оказывается. Блять! Так я на копов напал, оказывается, ребята. А, это мой моцик. Я думал, это коп едет на моцике, чтобы меня выебать. Все, валим, валим, две звезды имеем. Давай сюжетку уже. За 4 стрима ни одной не сделал. Только с Жуди поговорил. Пишет Ривьера. А зачем, если можно пока проходить другое что-нибудь? А это что такое? Почему дверь вот так вот красная появляется? Что она означает? Сломанный автомобиль. Ликвидировать тело. Все, едем на задачку. По-быстрому. На моцике. О! Найс музыка опять. Папа псих, папа псих, папа псих, папа псих. Какой кайф. Как же прикольно тут управлять машиной. Когда нет проседания FPS, блять. Кто там? О, как. Ви, как мы все понимаем, для наемников важна скорость и пунктуальность, а у тебя и всем и с другим некоторые проблемы. Думаю, тебе стоит приобрести мотоцикл. У меня как раз есть лучший из возможных. Яйба Кусанаги. Купи, не пожалеешь. Слушай, я не умею покупать. Я не умею покупать здесь ничего. Но, и хочу сказать, даже если бы я умел, то я не хочу тратить деньги, потому что я коплю на чип, ой, на имплант с двойным прыжком. Он довольно дорого стоит. У чувака со скидкой даже он стоит 36 или 34 тысячи долларов. У меня пока около 20. Доброе утро, Найт! Да ты уже желал нам доброго утра. Тут, видимо, все подряд рассказывает чувак по радио. С учетом того, что я продвигаюсь по сюжету, приближаясь к заданию. И он начал вываливать на нас, блять, всю его радиохуйню, заложенную разрабами. Ебануться, какие высокие небоскребы и статуя четырехрукого чувака, похожего на Синджида из League of Legends, только баллона не хватает с кислотой на спине. Так, я так понял, что здесь вообще похуй на fall damage. Ой. Нет, не особо похуй. Мотик, который тебе прислали, это из Акиры. Обязан купить ради отсылки из аниме. Блин, а я не смотрел. Матриарх, банда Тигриные Когти. Разъебать их надо. Смотрите, не ваншотнулся. Не ваншотнулся, не ваншотнулся, не ваншотнулся. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой, мамочка, мамочка, мамулька! Блять, ну ёб твою мать, застрял, там какая-то хуйня стояла, не смог пройти через нее. Обдристон произошел. Лавка, блять, лавка. Стояла лавка, через нее не смог пробежать. Ну дай из дробаша в лицо стрель, ну дай из дробаша. Моцик некрасивый. Ну да, он такой своеобразный. Но это даже не наш моцик. Просто какой-то рандомный взяли с улицы. Поднимаемся в облака на лифте. Кукольный домик, задание. Сейчас, может быть, Эвелин найдем. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. На, между сисек, а если... Какая разница, надувная кукла или живая? Да просто живая — это мясо, а не латекс.
Чего непонятно? Вот именно, просто мясо. Ничего не понимает, ни о чем не думает. Тот же латекс, только живой. Это такой современный вид дрочки. Вот и все. Бля. Он переубедил его. Сука. Сейчас пойдет изменять жене. Посмотрим на ее лицо, когда он расскажет, что выебал мясо, типа, которое является новым видом дрочки. Бля! О, мы можем тут подождать, кстати. Игрушечки. Смотрите-ка. Дилдаки различных мастей. Батплаги. Что еще у нас тут? Дельфины, блядь, какие-то. А зачем дельфины? А, это, наверное, кольца для хуев, что ли. Что там написано? Be my friend. Squeak, squeak. Капитан Пикхард. Блять, а, это тот же, что и у нас, кстати, есть. Станислав Шишкин. Я вспомнил название этой хуйни. Не, кольца для хуев бывают. Люди надевают кольца на хуй, мужики, и кайфуют от этого. Добро пожаловать. У них типа хуй не падает долго. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? А, или они кончить не могут долго, короче. Из-за колец на хую. Я ищу Эвелин Паркер, она здесь работает? Так. Сейчас проверим. Я пытался надеть, у меня не налез на хуй. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Не, я готов. Выберите стоп-слово. Флюгигехаймен. Ну давай, самурай. Самурай. Скоро вы увидите. Охуенная стрелочка, заходящая в жопу. Кукол. Так. Ну-ка. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Ну, Скай давай. Не хочу Ангела. Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите правильно оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. $500, а насколько охуительными являются облака? Я вообще-то коплю на имплант с двойным прыжком. Ну ладно, давай. Вот, пожалуйста. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. Ты, блядь. А не пошел бы ты нахуй, Джо? Там всего двое просто находятся. Не бойтесь, у нас вашим игрушкам ничто не угрожает. Моим игрушкам? Моему оружию. Желаю вам приятного отдыха. Так, 18+. Ну что ж. Опа, Чипецкий. Ебать. Сталин 3000. Пиздец, ну и шипы у него. Мистерия, 17 месяц. Благодарю тебя. 25 евро, самый дорогой дилдан. Охуеть. 55 евро-долларов. Специальный для ебли... В вагину и в жопу. А чё такой дорогой? 60! Ебать, гигантыч. Ну, кстати, даже больше, чем дилдак, который у нас, типа, который нам давал Meredith Stout. И при том, что тот дилдак дамажит на 300 урона. А этот тогда на сколько урона дамажит? Хотя он может быть не вибрационным. Он может быть базовым, обычным, но все равно урон, наверное, не хуёвый от него. Да ты у нас, оказывается, извращенец. Почему? Подожди, почему, с чего бы? Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. С чего он сделал такой вывод, что я извращенец? Я, может быть, действительно извращенец, но почему он так решил? Так, вот еще какой журнал есть. Я пошел.
Здорово, Скай. Тебя ведь зовут Винсент? Да, да, Винсент Вега. Кстати, его реально зовут Винсент, получается. Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви, итак. Да, обещаю. Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? Напрягаем как-то ее жестко. Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. А ты, блядь, кто? Пифия местная? Какого хрена? Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. Что за хуйня? Я за что 500 баксов заплатил, лол? И что дальше? Так. А дальше? Ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступал. Даже когда, возможно, стоило. Не оглядывайся назад. Если надо убить... Убивай. Если надо все сжечь дотла. Блять, кого я слушаю? Ты прикалываешься, что ли? Ну и хуйня полная просто. Самурай. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Да, да, ты не так сделала. Ты хуйню какую-то затирала мне вместо того, чтобы чем-нибудь заниматься за 500 баксов. Вообще, это все немного внезапно. Я ждал каких-то необычных впечатлений, а не лекций про страх и смерть. Погоди, ебать, Тило. Мак уже 5 минут с ангелом трахаться. Спасибо огромное, хохопсел Цибин. Да, блядь, даже ангел, наверное, залечивал бы такой понос. Может, ты отсосешь просто? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что... нет. 900 баксов еще? Просто ответь, и я от тебя отстану. Будешь дальше делать, что ты там обычно делаешь. Обычно я держу язык за зубами. Особенно с теми, кого первый раз вижу. У клуба, наверное, серьезные требования по внешности. Что, если ты перестанешь под них подходить? Куда, интересно, девают кукол, которые теряют товарный вид? Эвелин Паркер, ты наверняка что-то знаешь о ней. Говори. Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. 900 баксов, вы посмотрите на нее нахуй. Какую-то херню затирала, еще 900 баксов сверху требует. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. Где это было? В ее кабинке. Я же сказала, она была с клиентом. Тогда, может, все-таки скажешь мне номер? 11. Наконец-то. Кабинка сейчас занята? Нет. Она типа недоступна. Прижали к стенке ее. Дня. Окей. Видишь? Идем к Тому. Какая-то польза от тебя все-таки есть. Дарили. Спасибо. Пиздец, вот еще 900 баксов ей не хватало отдавать. Не, валить ее не будем. Нафиг надо. Пользу она действительно нам принесла какую-то. Так. Так, а это что? Охуенно. Он снять пытается туфли или он лижет их? Так, и у нее объебос произошел жесткий. Значит, все-таки клиент тут ни при чем.
Это у нее почему-то тормоза отказали. Как же он пересрал, наверное, в этот момент. Просто молчит и охуевает. А, у нее вот эта вот телепортация появилась. Киберпсихоз просто. Ну ты ебанашка, слишком понатыкался имплантами и теперь расплачиваешься за это. Только из-за чего? Киберпсихоз. Да походу. Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но транеры такое могут. Странно. Шкепи, спасибо огромное за подарок для Flamboyant 95. Так. Окей. Ты кто такой? Адепт тигриных когтей. Будешь агриться на меня, если я посмотрю, как ты писишь? Дерьмом, а? Мочой. Давай, удачного обоссывания. Хотя, может быть... Может, у тебя есть VIP-пропуск? Слушай, чувак. Пропуск! 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 Блять, палево полное произошло, ебать. Не хочу выходить, ты меня убьешь, если я выйду. У меня даже оружия нет. Сейчас я подберу. О, вип-карта подобрана. Смой его в унитаз. Правда ничего не сделаете? Правда ничего не сделаете? Правда? Хорошо, я выхожу тогда. Так. Привет! Пиздец, конечно, полный. Да и хуйню я сделал, надо загружаться, блядь. Наверное, или всех перебить. Хотя, может быть, это автолуз будет. Может, всех убить просто, и все. Чё мне это стоит? Могу всех захуярить спокойно. Нифига, это чё, блядь, за оружие? Хуя себе, это чё такое? Смехотура какая-то. Это умное оружие, да? Само! Мужичок! Куда ты, откуда вылез? Как же так? Блядь, пиздец, он похож на Джеки был немного. Кстати, я на Е прожал. Ладно, объебываемся здоровьем и бежим. Дейдара пишет, ты батя дарил киберпанк, он прошел как ему? Ну... Он его прошел, но хвалебных отзывов я от него не слышал по поводу киберпанка. Чего ты хочешь? Мягко говоря. Не стреляй, пожалуйста, я тебе ничего не сделал. Здорово, Том. Спокойно, тебя я не трону. Я просто хочу поговорить. Говорят, вы с Эвелин большие друзья. Это правда? Да. Мы давно дружим, ходим тусить вместе. А что такое? Где Эвелин? Мне надо срочно с ней поговорить. Это важно. Она тебя чем-то разозлила? Нет. Ты можешь сказать, где она? Тут ее нет. Я пытался звонить, но она не отвечает. Она вроде поехала за новым лицевым экраном в клинику в Босоке. Нихуя. А, нет, в Осло. Да, точно. Ну, это, блин, далеко. Мы хрен доедем до туда. Что до туда, что до туда. Так Осака или Осло? Осло. Да, точно, Осло. Эвелин лично тебе сказала, что уезжает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. А он в курсе про ее... Что она уехала.
Блять, эпилепсию какую-то произошедший припадок. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе, в подсобке. Угу. Дубман. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Мы все зовем его Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Понял. Может, этот Дубман нам объяснит, что за ебала тут творится. Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тоже тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Так-с, у нас еще полно ребят, которых надо валить здесь. Кто ты? Чего тебе надо? Тебе есть пара вопросов. Брось пушку и отвечай. Только по делу. По баксу и оружие брось, я сказал. Привет, хорошего стрима. Спасибо огромное, Вудман. Благодарю тебя. Ой-ой-ой, злодеем он является. Так мы в любом случае, получается, стреляли бы здесь. Ебать, он оказался толстяком, конечно, серьезным количеством хп. На, сука, на, блядь. Ты просто король допросов. Да, охуенно. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри, он, кстати, живой. Правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Вау. Да, точно. Вот это пушка. Жаль, что я не штурмовик. О, здорово, нахуй. Ёптермо. Ёптельмоптель. Вот это урон. Ай-яй-яй, матушка, матушка. Пиздец, как же овнят они меня сейчас. Хорошо. А, бля, во. Лол. Коктейльная палочка называется. Выглядит как игрушка, режет как лазер. Нихуя, серьезно? Режет как лазер? Да ладно. Нихера она, блядь, не лазер. Полная жопа! Да, это очень легкий автомат, конечно, он вообще не спреет. Ну, точнее, нет разброса у него. Ты же за прохождение без клоунства. Автомат без отдачи выглядит как игрушка. Да, я не отказываюсь от желания играть снайперскими винтовками шампу. Просто сейчас задание такое, что у нас отобрали все наше оружие. Поэтому я бегаю с тем, что подобрал просто с людей. Нет, Черон Верон, пока нет. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Ну а ты как хотел, блядь. Я не знал, что так сложно будет добыть VIP билет, карту. Ну ты как? Не готов? Хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Одобряет. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Учимся у него чему-то. Спасибо огромное, Шкепи. Только учти. Да реально, он бы взорвал нахуй это место. Не забуду. Стоит, выебывается, типа. Стелс-комиссия, говорит, якобы. При том, что, ебать, он просто подорвал башню один раз. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Действительно. Иногда говорит здравые вещи. Шиза пошла. Психоз проявляется. Может быть, у меня слишком много имплантов? О-о-о. Ёб твою мать, я в таком состоянии до дома даже не дойду. Ну это что за херня? Да что ж такое? Я не буду ничего говорить.
нихуя. Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Так, а вы что тут стоите? Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Угу. Подобрел. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Ну, как призрак просто, у которого незавершенное дело. Если было бы не так больно, я бы посмеялся. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Надо тебя игнорировать и все. Ты просто омерзительная галлюцинация. Возможно. А ты ходячий труп. Я мог бы подождать, пока твое сознание загнется, и забрать себе тело. Да, ты можешь так сделать. Выродок ебаный. Ничего себе. Но, как видишь, я решил тебе помочь. Надо только найти одну штуку. 6 букв начинается на М. Ладно. Что такое Микоши? Мудила, да. Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием Душегуб, угу, который способен украсть у тебя душу и сознание. Нихера. Пока следишь за мыслью. И сделает искином меня, получается, уже? А нахуя они это делают? Арасака натравляет искин под названием Душегуб и забирает Пойдем душу. Пойдем уже отсюда. Блять, ну ладно, окей, давай дальше. Да, так ты и стал конструктом. И как ты в этот раз хочешь уничтожить... Энграмма, это запись своего разума, спасибо. У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Ее? Эту бомбу? Альт Каннингем? Окей. Эй, ты! Таинственный незнакомец! Иди сюда! Что-то я как бы припоминаю. Да, я к тебе обращаюсь. Много тут еще таинственных. Слушай, а давай я сначала анекдот расскажу. Давай. Ладно, рассказывай. Что есть в холодильнике у каждого медика травма Тим? Докторская! Колбаска. Что происходит? Рад приветствовать, прохожий. Я Брэндон, дружелюбный чат-бот. Самый милый искусственный интеллект в городе. Предлагаю широкий выбор напитков и дружескую беседу в любое время. Здорово, Рубик, твоя еще очередь. Раз. Ты же был уже, ты же здорово. Как тебя зовут? Почему я говорю с торговым автоматом? Ладно, меня зовут Ви. Приятно познакомиться, Ви. Часто здесь бываешь? Ну, вообще, постоянно здесь бываю. Да, довольно часто. Прости, я правильно расслышал? Ты предлагаешь мне выпить с тобой кофе? Нет. На всякий случай, идти никуда не придется. Я прямо здесь и приготовлю. Ну, как ты любишь? Сахар, сливки, молоко безлактозное? Ладно, все, ты меня купил. Купил? Почему безлактозное? Я никого не покупаю, только продаю. Вот бодрящий Никола. А знаешь, возьми баночку в подарок. Спасибо. Вау, подарок. Брэндон, да? О, ты запомнил? Я тронут. Насколько это доступно торговому автомату? Еще один анекдот расскажи, пожалуйста. Анекдоты знаешь? Что делает настоящий крутой Соло, когда ему хочется меду? Жует пчел! Крутой Соло, когда ему хочется меда. Ну, Соло это тот, кто работает в Соло один. Типа наемник такой. Но, блять, сука, при чем тут пчела? Типа, он настолько крутой просто, что он мед достает из жопы пчел, окей. Ну ладно. Ты о чем-то хотел попросить? Ох, неловко мне приставать с корыстными просьбами сразу после знакомства. Так. Но
Можно попросить тебя об услуге? Что случилось? Видишь, контейнер. Первый анекдот был лучше. Он заслоняет мне вид на улицу и лишает автомат главной радости в жизни. Сейчас все будет. Не мог бы ты отодвинуть его в сторону? Взамен получишь мою бесконечную благодарность. Хотя она не предусмотрена программой. Помогу, чем смогу. Милаха, но нет ли у тебя каких-нибудь подводных камней? Действительно ли ты искусственный интеллект, Брэндон? Или, может быть, с тобой управляет какой-нибудь человек, который следит за мной, например? За мной следит, когда я из дома из своего выхожу. Ладно, похуй, плевать на это. Так, 4 силы надо. Спасибо тебе. Какой ты сильный. Возьми, вот тебе освежающий напиток. Я угощаю. Воу. Слушай, ты всегда такой милый, что аж противно. Что поделать, такова моя программа. Но мне не разве противно, кстати. Разве кто-то захочет общаться с невежливым чат-ботом? А давай проверим. Обойдем программу. Ну давай, скажи мне, что я тупой мудозвон. Зачем же мне так говорить? Ты же меня спас. У тебя получится, я в тебя верю. Ты? Такой темпераментный мужчина с остальными нервами, которые так и звенят на ходу. Ну как? Получилось? Ну, почти. Kind of. Растешь над собой. Учим плохому робота. Потом зайду. Давай, Брэндон. Что мне давать? Кому? Можно конкретней? Так говорят, когда хотят с кем-то попрощаться. А, понимаю. То есть, не понимаю. Не вижу ничего общего между понятием «давать» и понятием «прощаться». Почему человеческий язык такой странный? Но раз ты так говоришь, тогда ты тоже «давай». Давай. Но это ты еще разные языки не видел. То есть в русском языке полно такой хуйни, когда непонятно, что она обозначает для того, кто учит язык с нуля. Ты на чем сидишь? Хуя у тебя руки мощные. Секс-работница, ебать. Но она выглядит почти так же, как Мередит Стаут. Че, ну пошли. Можно? Ебать. Сосцы выглядывают, вы просто взгляните на это. Ебать, если бы я был маленький, у меня была такая игра, я бы никогда не переставал дрочить, наверное. Джош Коворкин, что? О, там мотивационный какой-то чип будет. Так, здрасте. Вау. Привет. Ищешь компанию на вечер? Да. Так я уже нашлась. Давай. Мы куда-нибудь пойдем? Или прямо тут, в темном переулке? Я тебе не шалава подзаборная. Ко мне пойдем. Окей. Ну пошли. Все равно делать нечего. Иди со мной. Блять, уберись. Отойди нахуй. У-у-у. А позы какие будут? Оу, щит. Пупок нюхает. Так, ну новые позы, кстати, некоторые. Сосание члена, например. Как пупок понюхал, все волосы оттуда достала. Съебалось, чего они так быстро убегают все? Ну им работать надо, правда. Со мной. Не, ну это получше было. Будет стоять. С тобой? Ты не настоящая даже, ты рофлишь. Что ты будешь делать? Рассказывать истории, блядь. Джош Коворкин, прекрати ныть! Начинай богатеть! Первый, самый важный урок. Ты, только ты ответил за свою жизнь. Не жди, пока над тобой шарится правительство. Не надейся, что друг протянет тебе руку помощи. Просто возьми себя в руки и приступи к работе. Все мы знаем, что безработица сейчас составляет 34%. Но это не должно тебя останавливать. Ты всегда можешь начать свое дело, это совсем не сложно. А тебе не хватает образования? Так получи его, наконец. Хватит отговорок. Пойми главное, ты можешь стать богатым. Нужно только этого захотеть и как следует потрудиться. Все, я пошел на работу, пишет Новоту. Не хочешь вести вебинары по саморазвитию? Ну, если мне только читать надо будет. Уже написанные вещи. После этой речи я выбросил 3 литра пива и полез на хэдхантер. Привет, Ви. Здорово, Джуди. Ты тут? Эй!
А я помню этот квест. До него доходил даже. Куда вообще прешь? Садись и жди. Офигеть, я много проходил. Как все. Какое же у него просто место для еблева здесь. Со всеми этими тёлками, которых он апгрейдит. Я тебя сейчас усмирю. Выблядок ты черепаший. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии брейнданса. Я даже не знаю, как их зовут. Черепаший выблядок. Так. Они говорили про бабочку, про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Вирты с мертвой головой. Так. Дальше. Блять. Мне надо подышать. А че он отлетел-то? Он сдох? С двух ударов, чё за кал? Блять, а я планировал у него покупать потом какие-нибудь импланты со скидкой 90%. Ну, я думал, что он может умереть, но я думал, 5, например, ударов ему потребуется. Я подожду в машине. Так, найти терминал и зайти на сайт удовольствия Night City. Может, пойду пока чем-нибудь другим займусь. Не на кекс похож. Ходи к шельмам, расскажи им все. Они помогут. О, это ты здесь? А вот и ты, а вот и я. А, она ждет, пока мы все это сделаем. Блин. Ну и бред, а я вообще другим пошел заниматься. Жарит курочку, шелчок. Вкуснятинка. И мне показалось, что я урон получаю от мангала от этого. Чё, блядь? Он на меня напал! Это он на меня напал. Я всего лишь забрал карту какую-то. Оп. Ай! Ну ты же видел, я... Ну ладно, я через двойную сплошную. Вот это звучит интересно, только тиховато как-то. Ой-ой-ой, что происходит на фоне? Охуенно тебе, чувак. Ну да, я, конечно. Да, чинить придется долго машину тебе. Отвлекся на дороге. My bad. Невозможно сохранить игру, говорят. Слушайте, я уже готов был выходить из игры, а написано невозможно сохраниться. Тихо, хил, ебать мой хуй. Нет, не хочу умирать, не надо! Один косой взгляд, неосторожное слово, и сразу ножом подбил. Блять, а я-то какой урон получаю? Ай-яй-яй, ты кто? Дружочек! Блять! Боже, тут закрыто, везде закрыто! Господи! На! Блять, прям в шею, охуеть! F5 можно нажать? Блять, да ебаный пиздец, как теперь? Как теперь играть? Я не могу сохраниться. Ебать! Блять, я не сохраняшка! Ай, блять, что за кал? Пиздец, там ядерная бомба взорвалась. Слушайте, ну можно выйти из игры, получается. И когда у нас было последнее сохранение? Пиздец, у меня откатился весь квест, похоже. Абасрамс. Или что? Где мы находимся? Ладно, поебать, короче, выходим. Хорош. Гамать.